Ежегодная акция «Покорми птиц» стартовала в городском округе. Первыми областное мероприятие поддержали в обновленном парке «Малаховское озеро». Там развесили домики для птиц и белок, а также устроили праздник для детей. Песнями и творческим мастер-классом на Малаховском озере открыли сезон экологической акции. Сначала кормушки разукрасили малыши, помогали им в этом воспитанники художественных школ. Сколько наблюдаю сейчас, дети больше рисуют елочек, снежные шарики, то есть все у них очень новогоднее. Жители развесили 25 кормушек и установили два бельчатника, что в лесном массиве Малаховского озера всегда актуально. Благодаря региональной акции «Покорми птиц» домики для пернатых и животных в округе появляются уже третий год. Мы очень хотим сохранить разнообразие видов птиц в зимний период и пернатых просто поддержать. Как правило, сыпят семечки, семечки хлеб. Вот я хочу сделать акцент, что семечки должны быть не жареные, не соленые, это обязательно. Хлеб сушеный, если это хлеб. А вообще, конечно, это пшено, это зерно. Белки – это сухие сушеные фрукты, это орехи, не жареные, не соленые. Покормить пернатых и их пушистых друзей – белочек – удалось всем участникам праздника. В каждую новую кормушку жители положили правильный корм, согласно диете лесных обитателей. Держи, давай мы тебе дадим. У тебя есть корм, держи. Эко-акция на Малаховском озере – это только начало доброго дела. Зимой новые домики для пернатых появятся во всех парках Люберец и на территориях школ. Сделать вклад в подкормку птиц можно уже сейчас. Для этого достаточно повесить свой скворечник на дерево. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ,